В Дагестане отмечен сезонный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. Накануне выявили 155 носителей инфекции. Это наибольший суточный прирост, начиная с 6 июня. Подробности Патимат Ханапова расскажет. Ряд новых ограничительных мер вводят власти Дагестана в связи с ситуацией с коронавирусом. В их числе временный запрет на посещение храмов и мечетей, отмена корпоративов, новогодних елок в детских садах и школах. До улучшения обстановки принято решение закрыть банкетные залы и кальянные. Объявлен масочный режим, а гражданам старше 65 лет велено самоизолироваться. Начинается вторая волна, количество больных увеличивается. И больные эти очень тяжелые. В основном идут где-то процентов 50-60 больных, идут тяжелых больных. По городу, по Махачкале, если больных бывало на сутки, выявлялось 160, где-то, ну, ориентировочно человек, то сейчас количество больных дважды увеличилось, более 300 человек ежедневно. Вот. На сегодняшний день нашей больнице состоит 525 больных. Опрос показал, посещение мест массового скопления людей, таких как свадеб, похорон, мечети, торговых центров и рынков, являются причиной заражения около половины носителей инфекции. В связи с чем Муфтия Дагестана и призвал жителей республики временно отказаться от коллективных обрядов. Дорогие братья и сестры, напоминаем, что принятие данных мер продиктовано исключительно намерением обезопасить дагестанцев, уберечь жизнь и здоровье нашего населения. Поэтому просьба отнестись к ним со всей ответственностью и пониманием. К ситуации подошли сознательно и владельцы некоторых кафе и ресторанов. Они сами отказались от проведения праздничных мероприятий и банкетов. Сейчас все заведения общественного питания в республике работают в разрешенном для них режиме до 11 часов ночи. Но важно отметить, что все меры эти будут отменены после улучшения ситуации. В республике продолжается эпидемиологическое неблагополучие по новой коронавирусной инфекции. Данный рост заболеваемости вызвано, это в первую очередь, несоблюдение населением масочного режима. И в ходе проведения эпидрасследования в результате опроса больных установлено, что 68% больных именно за неделю они не использовали маски с целью профилактики COVID. Кроме того, говорят специалисты, увеличилось и количество смертей. Так, за последние сутки скончались 6 человек. Больных в настоящее время более 2000. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.